Мерзкое преступление в Сургуте. По данным Следственного комитета, 64-летний мужчина в обувной мастерской на улице Бажова изнасиловал 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья. ЧП произошло во вторник во второй половине дня. Юная посетительница вошла в помещение. После этого дверь за ней на замок закрыл находившийся внутри мужчина и надругался. По факту произошедшего возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса. Фигурант задержан. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подозреваемый задержан, и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его заключении под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.